Гандболисты Сибгуфка в финале универсиады. Второй тур всероссийских состязаний студентов проходил в Омске. 27 и 28 мая на паркете Центра олимпийской подготовки «Авангард» прошли заключительные матчи соревнований по гандболу. За выход в финал боролись сборные 6 вузов – Сибирского государственного университета физической культуры и спорта, Башкирского государственного аграрного университета, Южноуральского государственного университета из Челябинской области, Дальневосточного федерального университета из Приморского края, Самарской сельскохозяйственной академии и Оренбургского государственного аграрного университета. Последний день турнира наша команда сыграла с парнями из Башкирии. Поединок фаворита и аутсайдера соревнований получился предсказуемым и не таил в себе каких-либо сюрпризов. Лидеры набросали в ворота противника столько мячей, что даже преодолели рубеж 50 очков. Команда играла очень хорошо, мне очень понравилось. Защита была более-менее достойная. Конечно, в конце игры бывало такое, что пропускали полностью. Уже, то есть, команда выиграла, уже знаешь, победа уже неизбежна, и в конце защищали очень плохо. А так, в принципе, в общем, если картину смотреть, то очень хорошо все. Причем к нам приехали двое игроков, которые давно не играли с нашим составом, и вроде хорошо все, тесно взаимосвязано было. Омские гандболисты сделали все за те 5 матчей, что спортсменам пришлось сыграть во втором этапе универсиады. 53-23. И сборная Омского физкультурного вуза обеспечила себе путевку в финал универсиады и досрочно стала победителем второго этапа. 28 мая наши парни сыграли с гандболистами из Челябинска. И эта встреча уже ничего не решала для соперников. Поединок прошел в очень спокойном темпе. Наши гандболисты одержали уверенную победу. 52-26. Никаких неожиданных моментов не было. Все как играли, тренировали, все, что готовили, все здесь сыграли. Ничего нового как бы не было и никаких там паники тоже никакой не было. Все было как договаривались. После окончания соревнований по гандболу второго этапа Всероссийской летней универсиады прошла торжественная церемония закрытия, где команде победителю и призерам вручили кубки, медали и дипломы. Финальный этап, который пройдет с 29 июня по 6 июля в Екатеринбурге, от зоны «Восток» получили путевки сборные 3 вузов – Омского Сибгуфка, а также оренбуржцы и дальневосточники.